С 15 по 16 октября в спортивном зале первой школы проходил волейбольный турнир на Кубок «Золотая осень». В соревнованиях приняли участие ученицы 4 школ города. Состязания проходили в очень напряженной борьбе, все команды были равны по силам, и до финальных игр было неизвестно, кто в итоге станет победителем. Спортсменки прикладывали максимум усилий. Команда в этом году у третьей школы была, это 100%. Потому что девчонки показали себя с самой лучшей стороны, как я считаю, и на самом деле поборолись и оказались лучшими. 2 года подряд мы занимали третьи и вообще последние места, а в этот раз мы заняли первое место. На самом деле мы очень старались. Мы занимались на протяжении... С того года начинали, и летом приходили, и занимались весь сентябрь, ну вот, до этого времени. На самом деле мы очень старались. Волейбол – это очень классно. За каждую школу переживали свои болельщики. В результате нелегкой борьбы Кубок «Золотая осень» завоевала команда третьей школы. На втором месте ученицы 4-й школы. Бронзу взяли девочки из 1-й школы. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.